В сибирские широты пришло долгожданное лето. А это экзамены для будущих студентов, каникулы для школьников и отпуск для многих сибиряков. Но начнем с региональных тем, важность которых от времени года никак не зависит. На этой неделе в правительстве Новосибирской области приняли проект постановления о строительстве и эксплуатации будущего 4-го моста через Обь. Новый мост в столице Сибири планируют начать строить уже в 2017 году. При этом главной особенностью возведения этого перехода станет государственно-частное партнерство. Регион планирует привлечь крупного инвестора, который готов вложить почти половину суммы. Сейчас в областном правительстве завершают подготовку к федеральному конкурсу на получение гранта. Если конкурсная комиссия примет решение в пользу нашего региона, то концессионное соглашение будет подписано. А это значит мосту быть. Деньги вложить готовы Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. При этом первые 10 лет проезд по мосту точно будет платным. Для легковушек 150 рублей, для грузовиков 700. Иначе бюджет региона просто не справится. Полная стоимость будущей переправы со всеми подготовительными работами и подъездными путями 40 с небольшим миллиардов рублей. По решениям правительства Российской Федерации в размере 25 миллиардов 368 миллионов рублей средства областного бюджета Новосибирской области в размере 4 миллиарда 58 миллионов рублей и внебюджетных источников средств частного инвестора в размере 20 миллиардов 261 миллион рублей.